как все начиналось. Почтение, драгоценные зрители телеканала «Дождь». Меня зовут Михаил Козырев. В эфире очередной выпуск моего цикла «Как все начиналось». Мы стараемся такое сшить лоскутное одеяло из воспоминаний про 90-е годы. О таком непростом десятилетии я, собственно, затеял это все для того, чтобы доказать вам, что это не просто были лихие 90-е. Мне кажется, что это один термин не точно отражает дух того десятилетия. Я приглашаю в свою студию тех людей, которые хорошо это помнят, более того, были частью этого десятилетия. Сегодня у меня долгожданный гость. Это актер, продюсер, шоумен, благотворитель Михаил Шац. Здрасте. Здрасте, Миша. Привет, Миша. Давай-ка мы... Одеяло, да, меня запало, извини, я прерву тебя в начале, да, вот этот образ лоскутного одеяла, который ты использовал в начале. Действительно, лоскутное одеяло, которым хочется прикрыться сейчас и спрятаться от этого вегетариански людоедского времени какого-то. Вот, ну, в общем, да. Давай накрываемся давай, и вспоминать. Давай начнем с легкого медицинского теста. Сможешь сходу вспомнить 7 каналов височной кости? Нет, точно нет. Это первый курс, анатомия. Значит, это, чтобы ты понимал, это даже не 90-е. Это начало 80-х. Не вспомню точно. Но вообще зубрил наизусть. Сколько бесполезного было потеряно времени. Ну, было. Это первый курс. А дыхание чейнстокса? Ну, прерывистое дыхание, это уже больше с 90-х. Все-таки часть 90-х я проработал в соответствующих организациях, которые занимались в том числе и дыханием чейнстокса и другими терминальными состояниями. Вот. В общем, я анестезиолог-реаниматолог. Это и мое... еще и, как это называется, не пульмонолог, перфузиолог. Перфузиолог. А это что значит? Это человек, который, немного напоминает оператора машинного доения. Да? Значит, это человек, который обеспечивает работу перфузионного аппарата, соответственно. Перфузионного аппарата – это АИК, другими словами, аппарат искусственного кровообращения. Да. Вот, собственно, этот АИК у нас был, такой из шведской фирмы «Гамбро». Мои 90-е, если уж на то пошло, начинались, вот начиная с 91-го года по 95-й, утро приблизительно начиналось одинаковым образом. Оно начиналось с того, что я к 8 утра приходил на улицу Льва Толстого в Петербурге, в Институт пульмонологии, где я работал клиническим ординатором. Я открывал ключом... Вот этот вот на втором в операционном блоке у нас была такая секция, где в одной комнате стояло два дивана, мой и Игорь Петрович, моего учителя, перфузиолога и анестезиолога. А второй мой диванчик, где мы могли поспать. И маленький столик был, это такая маленькая комнатка была. А большая комната, это такие вот расставленные сам аппарат, всякие запчасти к нему. Вот я начинал с того, что я должен был к 9 утра, к 8.45 точнее, подготовить аппарат искусственного кровообращения к работе, то есть к операции. Первое действие, которое я делал, я брал приблизительно по такого объема емкость, наливал туда спирт, разбавлял его соответствующим образом, добавлял специи и клал в морозильную камеру. Это на после операции было у нас. Дело в том, что место силы у нас было, понимаешь? Место силы, которое стремилось вся вот это отделение, все отделение. Да, практически весь институт. Дело в том, что аппарат искусственного кровообращения, как вообще аппараты, вообще идея и инженерные решения появились в 50-х годах прошлого века. Ну и, соответственно, когда они появились, они были же все многоразового использования. То есть все вещи после операции стерилизовались и опять используют в следующих операциях. А начало 90-х, гуманитарка, помнишь такое время, гуманитарная помощь, поставки. Вот у нас в рамках этой помощи пришел новый аппарат со всеми запчастями. И, собственно говоря, ничего не надо было стерилизовать. А стерилизовали-то спиртом. А нормы по выдаче спирта, они продолжали существовать советскими. И мы получали порядка 50 литров спирта в месяц.
А ты помнишь, это ситуацию, непростая задача. В ситуацию в начале 90-х с крепким алкоголем. Это же там Распутин, вот это вот все, вот эти все страшные водки из йогуртовых упаковочек. Вот это помнишь, да? Вот. А у нас был настоящий чистый спирт, и мы его сами готовили. Поэтому после операции, если, так сказать, мы заканчивали, неважно, во сколько мы заканчивали, у нас работа заканчивалась, могла заканчиваться в 3 часа дня. А могли и до 12 ночи, и до утра задержаться. Все зависело, собственно, от случая. Но в любом случае, после мы заходили в маленькую комнатку, и к нам начинали слетаться люди. Вот, как мотыльки на свет. Как мотыльки на свет, да, абсолютно верно. Слушай, ну вот у меня за плечами нет такой практики, как у тебя, но 6 лет учебы в бединституте, даже в моем случае 8, с учетом армии, с которой меня забрали на втором курсе, они все-таки есть. Вот. И одна из вещей... Я долго работал на скорой помощи фельдшером. Вот. И вот сейчас я только что посмотрел, например, фильм «Аритмия», вот, в котором расписывают, ну, показаны будни сегодняшние. И одно из моих удивительных открытий было все то же самое. Те же самые проблемы. Те же самые диспетчера, которые не могут позволить дополнительную бригаду вызвать на место. Те же самые нормы, которые расписаны людьми далеки, максимально далекими от практического. Вот. И понимаешь ли ты, что нынче в здравоохранении, вот в твоей специальности реанимационной, что-то фундаментально изменилось? Или у тебя есть ощущение такое же, что, в общем, по большому счету ничего не меняется? Ну, во-первых, то поколение, мое поколение, которое закончило институт медицинский в 89-м году, то, что называется, попало под раздачу. Ну, то есть, закончив институт, мы закончили его в советское время, и вот буквально на заре своей медицинской деятельности оказались во времена совершенно другие. Во времена полного развала, хаоса, который, в общем, привел к тому, что львиная доля моих однокашников покинула медицину вообще. Покинула медицину и совершенно занималась совершенно другими вещами. Это первое. Второе, из тех небольших остатков, скажем, людей, которые активно занимаются медициной поныне, есть разные. Есть успешные врачи абсолютно. Там, у меня есть профессора, есть даже, по-моему, член Коружа у нас на курсе. Все это хорошо, здорово, это такая научная медицина. Но практика вообще во всех уголках России... То есть те, кто занимается вот такой практической деятельностью, которую ты увидел в фильме «Аритмия», например, это те же самые проблемы. Они вообще не решены. Ничего не изменилось по сути своей. Ничего. И на самом деле, знаешь, я смотрел фильм «Аритмия», у меня такая слеза, вот влажные глаза были прям. Не только потому, что сам фильм такой, а еще и потому, что я вот вижу это, и я понимаю, господи, 25 лет назад, даже больше уже, почти 30, я закончил институт. Вот именно так. Все. Вообще сказать нечего на этот счет. Это ужас, это действительно ужас. Потому что, ну, казалось бы, вообще заняться этой историей, ну, это такая благодарная задача и благородная. Решить ее. Да, наконец, решить ее. Да. Вот, не знаю, там... Ну, просто, мне кажется, любой кандидат в президенты, если мы все равно вернемся к пандемии прямо сейчас, давай сразу мы ее отработаем. Да, вот медицина, вот задача, которая, мне кажется, просто, ну, напрашивается. Ну, то есть это первое, что надо делать. Если ты работаешь с избирателями, ну, давай так сделай, чтобы они пожили побольше, например, и получше, и как-то покомфортнее. Не самая последняя задача. В общем, одна из первых. На мой взгляд, одна из первых. И это у меня флешбеком просто каким-то возникло. Вот эти идиотские звонки о том, что ты уже, там, я не знаю, у тебя на игле пациент, и тебе звонят и говорят, у тебя другая бригада приедет, а вы должны ехать в другое место. Этот Максим Лагашкин, прекрасно играющий этого функционера, который приходит. Вот это вот все.
все то же самое остается, ровно как будто не было этих 25 лет. Но скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какое-то объяснение того, что очень многие успешные в совершенно других творческих профессиях люди имеют за плечами медицинское образование? Так исторически как-то сложилось в нашей стране. Ну, это... Что дает медицинское образование, что позволяет людям потом самовыражаться в совершенно других профессиях? Ну, слушай, во-первых, это все-таки гуманитарное образование, по сути-то своей. Оно и есть гуманитарное. И это работа с людьми, что называется. Причем такая работа... Я не знаю, мне, скажем, моя специализация дальнейшая, вот анестезиология и реаниматология, дала абсолютно точно способность держать себя в руках, ну, в тяжелые минуты. Когда, в общем, ни в коем случае нельзя поддаваться панике, и вообще нужно четко понимать, что ты делаешь, да? То есть отстраниться от внешних каких-то обстоятельств и просто четко понимать, чем ты занят. И вот это умение, на самом деле, ты знаешь, оно везде. Оно хоть, я не знаю, в телевизионной студии тоже может помочь на сцене. Ну, то есть в тех вещах, которыми я потом вдруг неожиданно стал заниматься. Да и вообще в жизни, на самом деле, тоже. Потому что это умение сохранять холодную голову, вообще это не самое последнее умение человека. Мне кажется, способность. Это еще дает какую-то такую базовую установку, ощущение того, какая тонкая грань отделяет жизнь от смерти. Особенно в твоей специализации. Это правда, да. Это врачи часто обвиняют в определенного рода цинизме. Но это не цинизм, это просто, условно говоря, я думаю, у солдат то же самое. Потому что смерть на глазах, она ежедневна, она превращается в часть такой рутины, теряет свой сакральный смысл на самом деле. В этом, наверное, есть основаны подозрения в цинизме, которые сопутствуют этому. Но это не так, конечно. Это просто еще защитная, конечно, реакция абсолютно. Потому что, ну, вообще... анестезиолог-реаниматолог такая довольно опасная работа. Она связана... Ну, очень большая смертность, кстати, среди них. Это понятно, потому что ты просто изнашиваешься. Это такая работа на износ. И они нигде, ни в каких других специальностях не приживаются. Люди, которые работают на скорой помощи, особенно в реанимационных бригадах, и люди, которые работают в этих отделениях, мне кажется, что они привыкают к такому уровню адреналина в крови, вот, что, ну, в общем, просто да. Пойти в терапию или в городскую поликлинику, это для них... Ну, все бывает, конечно. Я уверен, что есть и такие примеры. Но действительно очень-очень своеобразная специальность. И такая... Ну, вообще для меня всегда была анестезиология, реаниматология — это такая вершина. Да? Потому что даже в те времена, когда, ты знаешь, сейчас я поймал на мысли, почему я не верю приборам никаким. Вот, ну, то есть у меня вот с детства какая-то такая штука, что я вообще не верю, что это может работать. Потому что вот начиная свою практику в медицине, вот я сталкивался с каким-то огромным хламом из железных каких-то приборов, которые там валялись в разных аудиториях, там, которые никто никогда не работали. Ты мог нажать, и они все ничего не... Это здесь не включается, здесь не работает кнопка. И возникла такая, знаешь, какая-то привычка. Вот ничего не работает. А вот когда я пошел в анестезиологию и реаниматологию, я попал даже в те начала 90-х... прямо в палаты, которые наполнены мониторами, различными приборами, методиками, техниками, которые, ну, вот это прям в руках, это в голове должно быть, должен был постоянно читать. Я вообще начинал специализацию, я просто... Вот закончил я в 89-м году институт и попал в ординатуру при... практически в том же институте, который закончил. Ну, территориально-то уж точно. Я начинал первые 3-4 месяца. Я вот ходил в 9 утра на работу, смотрел. И когда меня отпускали, я сразу шел в библиотеку. Потому что я просто понял, что я ничего не знаю. Ничего. Потому что вот система образования такова, что молодой специалист, попадающий в практическую медицину, он не готов к этому. Он просто не готов. Так вот устроено образование, к сожалению. Почему, собственно, на Западе другая система, она очень длинная, она... человеконенавистническое, то есть там люди выживают прям. Они с трудом проходят этот путь. Но когда они проходят его,
Они становятся... Уже ничего не страшно. Да, им уже ничего не страшно. Так вот, и там это было прям круто. Потому что там к нам все-таки шли какие-то потоками, какие-то катетеры, там, какие-то приборы, какие-то там аппараты искусственного кровообращения. С этим тоже было масса вещей связано. Я вот до сих пор помню это дежурство, когда я дежурил в отделении реанимации. Это вот как раз 90-е, это то как раз на тему нашу. И вдруг, ну, у меня там было несколько больных, вдруг приходят какие-то ребята такие, ну, такие, так, ну, бандосы прям настоящие. Вот открывается дверь такая распашонка, они заходят и говорят, нам нужен аппарат искусственной вентиляции легких. И говорят, ну, у нас как-то так... Нельзя сказать, что мы их арендуем. Но у них видно, что прямо вот все, с оружием, все дела. Они забрали у нас аппарат. Оказалось потом, что в этот день... был вот этот вот знаменитый покушение на одного из бандитов, который там в Питере был, как его, Малышев, я не помню фамилию его, такой известный, которого потом, уже только потом, через 10 лет его посадили окончательно. Какая-то прямо, вот он был... Какой-то глава какой-то глава, группировки. Да, у него там оторвало руку или что-то такое. Вот ему прям из нашего, у нас по гуманитарной помощи поставляли эти аппараты какие-то старые, шведские какие-то там, откуда-то со Скандинавии они шли, или из Германии. Вот они забрали и увезли. Ну, такое время было, понимаешь? То есть вот, ну, вот так. У тебя, значит, был за плечами в начале 90-х уже опыт капустников в Первом медиа. И да. Я прочитал, что был такой как бы фундаментальный эпизод, который заставил тебя все-таки сделать окончательный выбор, когда у вас было какое-то соревнование КВН где-то в одной из азиатских республик, и ты уехал, взяв с собой ключи от этого аппарата. Ну, это было один. Я тоже хотел об этом вспомнить. Это правда было. 91-й год, по-моему. Я как раз учился. Я только вот заканчивал ординатуру. И у нас появились вот такие гастроли в Узбекистан. Мы там играли с нашими какими-то друзьями из ташкентского политеха, по-моему. Что такое? Ну, последние года прям советского Узбекистана я застал. И мы уехали туда. И я действительно как-то там, мы там улетали. И у меня действительно в кармане, я уже в Ташкенте обнаружил ключи от этой нашей секции, где все было. Да, я, конечно, испугался, но понятное дело, что в случае необходимости там дверь взломали бы. Да. Но случай был такой. Никто не умер, да. А что же в конечном счете послужило вот этим вот финальным камнем на чашу весов того, что нужно уйти и заниматься юмором и стать шоуменом или продюсером? Когда у тебя уже просто готова была карьера в медицине? Ну, почему так вышло, это сложно сказать, сейчас уже понять сложно. Но, с другой стороны, ну, карьера врача была готова, действительно. То есть я мог идти дальше, я приблизительно понимал этапы этого пути, там, защищать докторскую, сначала кандидатскую еще, потом еще много лет работать, потом защищать докторскую, вот эти постоянные дежурства. Ну, в общем, все это понятно, более или менее. С другой стороны, возникла ситуация, в которой вот очень много друзей, очень близких друзей, а КВН начала 90-х, это была такая... Ну, ты знаешь, такая большая дружба была. Большая дружба людей с разных уголков страны. Мы ездили друг к другу. Там можно вспоминать часами и днями о том, что было, как мы встречались, какие происходили смешные ситуации, не смешные ситуации. В общем, все было. И это была такая вот прямо гвардия, в которой было вот приятно жить, особенно понимая, что... У нее были другие ценности совсем тогда. То есть это потом появилось, что КВН стал неким таким мостиком в твое шоу-бизнесовое будущее. Mm-hmm. Да? А тогда это была, ну, абсолютно бесполезная, по сути, своей такая карьера, которая заканчивалась всегда одним и тем же, твоим ходом по возрасту, таким дембелем из этого клуба, и, ну и дальше все. Вот как же это такая нелогичная парадигма вдруг возобладала над логичной? Потому что в этот момент как-то вот нелогичность привлекла меня больше, чем какая-то предсказуемость. Так сложилось, что вот Акопов тогда, Александр Акопов, который сейчас, Александр Акопов, который руководит Академией этой телевидения, он тогда собирал команду из бывших КВНщиков. Это был 93-й год. Как раз в 93-м году
Мы последний раз выступили там на фестивале в Сочи, по-моему, сыграли в сезоне, и все. И мы знали, что это последний раз. И вдруг он стал собирать эту команду, туда попали там совсем приятные люди, и меня не позвали туда на постоянку, а позвали меня сниматься в каких-то рубриках. И это вот 93-й год, 94-й. Какой канал? Значит, тогда это был... Это называлось «Деловая Россия». Это такая, то, где сейчас обитает Киселев. В здании на РИА Новости, да. На Зубовском, на кольце, бульваре. Да. Да. Там раньше это была, ну, просто какая-то... Вольница. Это был лабиринт, вольница. Я не знаю, что там. Вообще можно было найти все, что угодно там. Это такое место... где в том числе сидела вот эта вот «Деловая Россия». Я не знаю, что это такое было до сих пор. Но это огромное какое-то пространство, заполненное разными людьми, которые занимались всякой разной какой-то чепухой, не чепухой. Какие-то передачи они делали для каких-то разных каналов. А Акопов вот собрал всю эту вот нашу большую компанию. Там было человек 30 с чем-то с разных городов России. Там из Екатеринбурга, из Новосибирска. Из Москвы, конечно. Там, собственно, был и Белоголовцев, там был и Пашка Кабанов, Таня Лазарева. В общем, короче говоря, они делали какие-то разные смешные передачи. Они попадали в эфиры каких-то каналов. По-моему, МНВК тоже тогда брал. МНВК — это ТВ-6, который Московская, да, независимая вещательная корпорация тогда называлась. А ТВ-6 Москва потом стала брать эти передачи. Какие-то были передачи там. Ну, например, такая передача, которую, по-моему, вел Бочарик, что ли, или Танька Лазарева тоже вела. Назывался «Клип-клип, ура». Значит, нехитрая концепция. Нехитрая концепция, да. Там ты стоишь и объявляешь клипы. Там. Вот как-то вот... вот это же еще до появления MTV. Да. И потом эта история логично пришла к передаче «Раз в неделю». Значит, «Раз в неделю» — это была первая пародийная передача вообще на телевидении тогда новой волны. Да, то есть, ну, понятно, что весь предыдущий советский багаж существовал, но вот новой волны, вот это была первая программа. Там была совершенно разная, абсолютно вообще сейчас, ну, да, даже сложно представить себе такие вещи, которые Солянка. Там делались. Да, это были... Ну, то есть, то, что предложили мне, у меня был неплохой, как им тогда казалось, английский язык. Ну, то есть... что-то такое говорил человек, и, условно говоря, всех устраивало, что, ну да, это английский, явно же это. А что еще может быть? Вот, поэтому мне предложили вести передачу, ну, в рамках вот этой вот раз в неделю, которая называлась «Good Morning America». Ни больше, ни меньше, значит, это были такие скетчи, написанные на английском языке, которые я переводил сам, с которыми мы разыгрывали с каким-то невесть попавшим в Москву британским актером, которого звали Уильям Пис. С этим Уильямом мы, значит, садились и разыгрывали... Я боюсь за вопрос «Пис как мир» или «Пис как другое значение этого слова». Мы тоже не задумывались об этом. Это абсолютно вообще. Пис и Пис, все. Значит, Уильям, значит, и мы... Сначала мы с ребятами, потом этот Уильям Пис к нам попал. И, короче говоря, вот такая была рубрика, в которой мы, значит, вещали на английском языке. С таким подстрочным переводом. Выглядело очень солидно. Фирменно. Фирменно, да. И прям... Скажи, пожалуйста, а ты в это время уже... Я еще работал. То есть я приезжал на съемки из Питера. Вот я там, предположим, провел операцию. Людей, там, да? Да, там сказал потом... шефу, что Игорь Петрович, извини, мне там на 2 дня в Москву. Он говорит, давай, я прикрою там. Что, давай, не будем брать отпуск, давай мы все это сделаем. Никто особенно не замечал, так сказать, потери бойца в этом нашем маленьком взводе. Поэтому я вот садился, ехал в Москву. Там мы снимались в разного рода рубриках. Там вот «Доброе утро, Америка», «Чудовищная загогулина». Это вот Леня Коновалов вел такую рубрику, тоже такой новосибирский КВНщик, который говорил, что чудовищная загогулина произошла сегодня на Остоженке. И дальше рассказывал какую-то фигню абсолютно. Вот, он всегда был в таком образе сумасшедшего такого мотоциклиста или что-то такое, я не знаю. Там появилось какое-то ядро будущее УСП-студии. Ну, во-первых, человеческое ядро, потому что среди этих 36 человек
были, собственно, все будущие участники ОСП-студии. С другой стороны, начали появляться рубрики. То есть Белый начал бить Бочарика именно вот в передаче «Раз в неделю», там, называя его «Размазнёй» и так далее, «Булки» и так далее. Все это вот все было. Все было там впервые. И это имело, ну, тогда большой успех в Москве. То есть нас стали останавливать, ну, там, показывать пальцем на улице, да. Нас куда-то стали звать, там, я не знаю, выступать. А потом у нас прям случился в Театре эстрады концерт. Прямо раз в неделю случился концерт, и пришел полный зал. И вот тогда, наверное, как-то, ну и были амбициозны все, у всех были свои мысли, каждый считал себя талантливым и гениальным. И поэтому слушать то, что нам говорил Александр Акопов, не хотелось. Не хотелось. Скажи, пожалуйста, а не было у тебя такого случая, когда, например, ты, исполняя свои основные служебные обязанности, как обычно бывает у анестезиологов, когда ты говоришь пациенту, ну, а сейчас считайте до 10, и накладываешь на него масочку, чтобы человек в последний момент посмотрел и говорит, о, я же вас знаю, я вас по телевизору не видел. Не пересеклось тогда, не успел, да, потому что вот все основное началось в 95-м. В 95-м, 96-м годах. В общем, в 95-м году, когда программа «Раз в неделю» вышла на канале «Россия», на секундочку, можешь себе представить, что вообще, чем тогда был канал «Россия», да. Вот на канале «Россия» вышла «Раз в неделю», и это ровно произошло после того, как мы из нее ушли. И мы ушли из нее, собравшись в какой-то момент в Останкино, в какой-то комнате, было у нас, по-моему, 6 или 7 человек. И мы поклялись друг другу, давайте, ребята, будем делать свою передачу. Сорвем этот мир. Да. И мы ушли на канал ТВ-6 Москва, где нас ждал с распростертыми объятиями Иван Демидов. У меня в студии Михаил Шац. Это программа «Как все начиналось». Мы сейчас вернемся. Никуда не отключайтесь. Михаил Шац сегодня гость программы «Как все начиналось». Мы вспоминаем 90-е годы. Миша, скажи, пожалуйста, сколько лет после вот этого радикального решения сменить медицину на телевидение и на шоу, профессию, мама твоя тебе говорила, Миш, ну зачем? Ну у тебя же все вот есть уже. Ну куда ты пошел? Куда тебя понесло? Ну надо же зарабатывать какие-то деньги. Да, это было все так, ровно так, как ты говоришь, и это было практически до самого конца. Вот мама ушла 2 года назад, и, ну, наверное, последние лет 7-8 она эту тему убрала из своего плейлиста, а вот что касается вот предыдущих лет, абсолютно. Очень жалела, что я вот, ну, как это, ну, еврейской семье мальчик, я уху, врач. Это практически как адвокат. Но, собственно, две ипостаси есть. И вот одна из них воплощена. И вот так на взлете. И невесть, да, чем. Непонятно абсолютно чем. Вообще. Скажи, пожалуйста, у вас же в какой-то момент наверняка начались гастроли. Да? И вы успешно гастролировали, я уверен, в самых отдаленных местах нашей Родины. Расскажи, пожалуйста, что представляли из себя гастроли в 90-е? Кто их организовывал? Что вам приходилось испытать по дороге в Уренгой или в Нарьян-Мар? Мне интересно, какие-нибудь самые причудливые места, которые вы посетили, или самые страшные истории ваших гастролей? Ты знаешь, гастроли... Ну, где-то пик гастрольной нашей деятельности... Нет, пик, наверное, трудно сказать, когда был. Но начало я помню. Это был 97-98 года. И самый первый выезд, на самом деле, даже был, ну, такой гастрольный, но необычный. Это был выезд... Дело в том, что канал ТВ-6 «Москва» необычайно популярный тогда в Москве. Уж точно, да и, в общем, в России. Он там был федеральным, как сейчас принято говорить, на такой какой-то, на 6-й кнопке. У них такие были непривычные уже тогда маркетинговые ходы, которые, ну вот, например, одной из таких задумок был фестиваль ТВ-6. Я посетил 2 фестиваля ТВ-6. Первый был в Сургуте в 97-м году.
Ну, я думаю, это был пик популярности ОСП-студии. Ну, то есть, это прямо вот... На руках, ну, да, могли носить. И приблизительно так и было, потому что мы приехали, прилетели вот этим каким-то пьяным самолетом в Сургут. А там просто творились какие-то чудовищные вещи, потому что, ну, понятно... Ну, люди, которые прилетали туда, это были там, например, Атар Кушанашвили, молодой Атар Кушанашвили. Наверное, ты знаешь, что это такое было. Я примерно представляю себе. Это человек, который, человек-скетч, который показывал таких, он ходил такой. И говорит, сейчас я покажу вам носильщиков Кутаиси. И показывал таких, каких-то людей, каких-то карликов переносящих. Какие-то огромные чемоданы с какими-то криками. Ну вообще... Абсолютно какой-то поток сознания, он все время говорит. Юлия Меньшова молодая, значит, собственно, мы, Артур Крупенин такой был, значит, Иван Усачев, который делал передачу «Вы очевидец» или «Ты очевидец», я не помню сейчас, как он уважительно или менее уважительно относился к зрителю тогда, неважно. В общем, короче говоря, это были прям молодые какие-то наглые люди. И Иван Демидов, конечно, Иван Демидов. Ну, понятно, это вся там... Все дела вот все дела, там, волосы, красота, подача такое. И саундтрек такой... Тум-тум-тум-тум-тум. Да, да. И вот это все вместе вот это прилетело в Сургут, и была огромная какая-то... И Сургут встал. Абсолютно. Мы поехали, значит, у каждого были свои какие-то дела там, которые нам... собственно, были делегированы. Мы посещали какой-то поселок, я помню. Поселок такой вот заброшенный какой-то, советский поселок. Ну как заброшенный, с учетом того, что там жили люди. То есть, ну, он казался заброшенным, но это был поселок, там какой-то городок такой, куда мы ехали на каком-то автобусе. И нас сразу повели в дом культуры местный. В доме культуры были накрыты столы какие-то, значит. А вокруг... И говорят, нет, сначала говорят так. Значит, смотрите, у нас такая программа. Сначала едем в больницу. Больницу имени доктора Шаца, говорят мне. Я говорю, хорошая, отличная шутка. Давайте поехали. Может, сразу не надо в больницу? Я был уже. Нет, мы же прям, правда, ее именуем вашим именем. Поэтому да, прошу. Да, значит, мы приезжаем в больницу, действительно, там какой-то коллектив, доктор Шац. Ну, то есть я почувствовал себя просто академиком Чазовым в какой-то момент, потому что, блин, я прихожу, какие-то люди, какие-то зав. Отделениями, все, ну, просто фантастика. Потом нас везут из этой больницы, которую именовали моим именем, повезли в Дом культуры. Дом культуры, значит, такое двухэтажное советское здание, белый кирпич, вот это все, какие-то решетки на окнах. И наверху идет такой, значит, с местным, понятно, бандосами, значит, какими-то приблотненными, которые привластны, властными структурами, которые представляли собой, кто там тогда был, мэры какие-то там, не знаю, ну что такое вот. Какие-то бизнесмены 90-х, вот это все. Идет, и там идет прям конкретный, значит, выпивон такой, люди... Мы играли в бильярд, я помню, с Белоголосовым на нефтяные вышки, я помню. Мы тогда предложили, давайте играть на нефтяные вышки. Вы же, ну, собственно, нефтяной край, давайте играть на нефтяные вышки. Мы играли на нефтяные вышки, и когда мы выходили с Белым, я помню, мы пошли, ну, собственно, в туалет, извините. Вот, мы пошли в туалет, спускаемся туда, заходим, ну, такой вот обычный советский такой туалет в Доме культуры. Какая-то тишина такая, какой-то расслабон... Понятно, абсолютно физиологически. И вдруг мы понимаем, что мы здесь не одни вообще. Что-то не то. Какое-то шевеление, какие-то. Мы смотрим на окно, а на окне висят люди. Они просто вот на решетках. Ну, потому что приехали люди из телевизора, понимаешь? Какой-то забытый какой-то городок. Ну, просто вот так, понимаешь? То есть да. Даже посмотреть, как люди из телевизора справляют малую нужду, это был отдельный энтертейнмент. Это был энтертейнмент, да. Вот такие, понимаешь, были вот. И какие-то концерты на площадях, там, весь город приходит. Это было очень популярно тогда. А что вы делали на сцене? Вы скетчи показывали или монологи какие-то читали? Да, мы пели там, например, у нас там была премьера песни, вот, пародии на «Тополиный пух».
которые вот Иванушки, они же, мы же вместе практически родились. Да. Они до сих пор живы, между прочим. Между прочим, да. Рыжие прекрасные истории об этих гастролях рассказывал. Отличный, да. Мы пели на них пародию, да. Я как раз на Рыжего, по-моему. Нет, я был... Кем же я был? Наверное, на Кирилла я больше смахивал тогда. И там я выходил и таким жалобным голосом пел. Вот, на заборе мелом я рисую слово. Прям рисовал такой. Не осталось в детях ничего святого. Как такие были вещи. Вот. Скажи, а как ты выглядел в ту пору? То есть какой был у тебя, например, телефон? На какой машине ты ездил? Как ты приоделся с первыми большими доходами? Ну, на самом деле, вообще, вот я сейчас смотрю, фотки какие-то всплывают. Часто Facebook подсовывает их. Телефон у меня впервые появился в году 98-м. Какие-то были... А, я даже помню, мы с Танькой уже... Да, у нас мы уже с Танькой жили, и... Первый телефон, это была, ну, прям семейная покупка, была распродажа. Распродажа ее устраивал Билайн. Он давал за $1000, сейчас, внимание, значит, один нормальный номер прямой, а второй тоже телефон-аппарат, но кривой. Кривой, какой-то такой, знаешь, с вот этими вот всеми, большим количеством цифр, да. перед основным номером. Вот мы взяли по распродаже вот этот вот... набор. Но это был маленький телефон или вот из тех уже, которые, из тех таких, которые нужно было с зарядкой? Не, вот не. Это уже был там, да. Это 98-й год. Тогда, конечно, телефоны, это, ну, это был, это кастовость, это сразу принадлежность к определенному сословию, к элите, да, в основном. Конечно. Эти вот люди, которые в начале особенно, это же был 95-й год, я помню, там, у Акопова был какой-то телефон. Ну, все серьезные, да, серьезные люди, да. Они ходили с такими чемоданчиками, как президенты практически. Да. Ходили, все это вот. Какого твое отношение из сегодняшнего дня, если глядеть, к Ельцину и к Горбачеву? Слушай, ну, ты знаешь, я вот Михаилу Сергеевичу благодарен. Я знаю, что этими словами я там сразу выхожу из одного круга и попадаю в другой, но так уж мы относимся к истории, да, которая, она все время нас разделяет, как ни странно, наша история. Вот меня она, собственно, заставляет. Я просто уверен, что если бы не Михаил Сергеевич условный, я приблизительно понимаю свою жизнь дальнейшую. Он точно сделал мою жизнь насыщеннее, интереснее и разнообразнее. Я в этом вообще ни секунды не сомневаюсь. Что касается Бориса Николаевича, слушай, ты знаешь, самый, по-моему, ну, хотя выбирать из особого количества людей, не так много президентов у нас было за это время, но это человечный абсолютно, это человек. Вот человек, который... Это не машина какая-то, да, там. Это не мачо-образный абсолютно точно президент. Это просто вот человек, который был таким и таким. Но он мог ошибаться и как-то, в общем... То, что он ошибался, понимаешь, это давало нам какую-то надежду на то, что, в общем-то, обычный человек, да, не какой-то из... какой-то присланный с Олимпа, зашедший откуда-то по разнарядке. Нет, это просто человек, попавший на такую должность. Ты понимаешь, да, что ты автоматически, высказывая комплименты этим двум людям, попадаешь в ничтожно малое количество населения страны, потому что они стабильно занимают самые нижние строчки. То есть я понимаю, да. Все их ненавидят. Я же рассказываю о своем опыте. Да, у меня вот такой вот, такая жизнь, такие у меня взгляды. Но... Ты как-то сказал о том, что 90-е это было время, когда каждый мог осуществить свою мечту. И тут же оговорился, что я понимаю, что это звучит кощунственно по отношению ко многим, но я все равно так считаю. Объясни, пожалуйста, в чем была вот эта магия свободы, которая была в 90-е? Ну, собственно, жизнь была так устроено, что за углом тебя могло ждать что угодно, на самом деле. И что-то хорошее, и что-то очень плохое, это правда. Но мне повезло, там, меня за углом не ждало ничего такого страшного. Вот, но какие-то неожиданные повороты были у каждого. За один день можно было становиться какими-то там банкирами, владельцами крупных компаний, нефтетрейдерами, брокерами, открывать какой-то совершенно невероятный бизнес, который мог через
там, месяц накрыться, попадать на центральное телевидение. Ну, ты понимаешь, что у нас не было ни одного шанса бы это сделать на 10 лет раньше. Ну, просто ни одного. Ну, вот я за это и люблю это время. И почему я оговорился и сказал, что это, может быть, звучит кощунственно? Да, потому что, ну, не всем так повезло. Были люди без, ну, как бы, вот, для которых жизнь должна быть устроена по-другому. Для которых жизнь — это некое нечто спланированное, понятное, где тебя подтолкнут, если что, здесь покажут, здесь направо заверните, а здесь вот поднимитесь на лестницу на третий этаж. Есть такие люди. И для них то время было убийственным, конечно. Потому что никаких команд никто не давал, ты жил сам. Что, как тебе кажется, тогда начиналось, и что с тех пор безвозвратно закончилось? Что тогда начиналось? Слушай, ну, начиналось, наверное, начиналась совершенно другая жизнь. Рождались новые элиты, уходили старые, появлялись какие-то новые возможности. Вот это время, ну, только... Ну, что начиналось? Ну, начиналась новая жизнь какая-то, совершенно по-другому устроенная. Уходило... То есть люди, которые... Люди, которые ну, там, должны были уже приспосабливаться к этой жизни, она ставила другие условия. Я не знаю, что особенно сказать на эту тему, что начиналось. Мне кажется, понятно, что начиналось. Ну, просто страна вдруг стала другой. Это, вот, наверное, самое понятное объяснение, которое я могу дать. Что закончилось с тех времен? Ну, ты понимаешь, в России попасть в период слабой власти... вообще. Это довольно, ну, как сказать, это так выиграть в лотерею, на самом деле. Вот мы с тобой выиграли в эту лотерею. Мы попали в этот период такого, когда власть была, ну, занималась своими какими-то делами, ей было не до нас вообще никак. Вот, поэтому, и это здорово. Потому что когда им не до нас, я себя чувствую прекрасно просто. Вот, поэтому в этом смысле, я думаю, вот это была уникальность этого периода. Когда это и повторится ли это, не знаю. Последний вопрос у меня к тебе вот какой. Если мы вернемся в 90-й год, и ты увидишь себя, маленького Мишу Шаца, который сейчас зайдет сюда, что бы ты себе пожелал и от чего бы предостерег? О, ты знаешь... Ну, во-первых, он был не маленький. Давай так, я уже пожилой дядя, мне уже там за 50, и я уже тогда, ну, слушай, мне было 26 в 91-м году. Вообще взрослый лоб, совершенно... Ну, есть какой-то один совет, который ты бы сам себе дал? Один? Да. Да ничего бы я себе не говорил. Не хочу я ничего себе сказать. Ты знаешь, мне так, я бы понаблюдал за собой. Вообще, какие-то бывают отрывки, вот сейчас вот некоторые видео, ну, эпоха другая же, уже появились видео какие-то тогда, все это снималось. Я так иногда наблюдаю за собой в каких-то странных архивных записях, каких-то там бытовых там и что-то такое. Ну, так вообще мило, так прям... Нормальный парень. Такой вот, ну такой совершенно, знаешь, я вспоминаю то время, вот, когда ты ни за что не был ответственным, вот, ну, детей не было, свободный молодой человек, ну прелесть просто, не время. У меня в студии сегодня был Михаил Шац, это программа «Как все начиналось». Спасибо большое, что нашел время прийти. Смотрите, пожалуйста, «Дождь», не отключайтесь, пока.